Около 2500 служащих областной и районных госадминистраций и коммунальных предприятий Днепропетровщины переходят на электронно-цифровые подписи и печати. В первую очередь электронную подпись оформят те, кто занимается проведением тендеров, документооборотом и предоставляет административные услуги. Электронные ключи не только ускорят работу управленцев, но и станут еще одним шагом к прозрачным госзакупкам. Днепропетровская область начала активный переход на систему электронного управления. Сейчас в области уже введено 35 электронных услуг. Людям облегчили жизнь в оформлении субсидий, загранпаспортов, выдаче справок о доходах, несудимости и тому подобное. Планируется, что до конца года в регионе будет работать 150 услуг онлайн.